Какой сегодня чудесный день. Среда. Это остатки нашей герани. Смотрите, как на солнце, прям как великолепно себя чувствуют пальмы. Мы их подвинули, муж, вернее, подвинул прямо вплотную, видите, к окну, к дому. Эту неделю нам обещали всю неделю дожди. И ночью уже температура 8-9 градусов. Днем 11-12. И вчера действительно был дождь целый день, а на вечер было такое красивое яркое солнце. И сегодня вот такой день. С утра было немножко туманно. Ну вот сегодня вот такое красивое голубое небо. И совсем немножечко облачка где-то там. Давайте посмотрим, сколько градусов. Ну, градусов прямо здесь вообще 6-7, да? Ну, чувствуется такая прохлада. Но если вчера был ветер, то сегодня такая тишина. И так хорошо. Но, конечно, холод чувствуется.